можно тоже пообщаться на глаз, но уже более с девелоперской точки зрения. Понятно, что когда он пойдет в customer release, я думаю, Google сделает свой SDK. Так, мне на камеру направляют. И, соответственно, мы получим возможность, так же, как и с Android, писать под глаз разнообразные приложения. И никому не было интересных мыслей. Никто не думал, что мы будем делать. Виртуальную реальность. Ну. Галопен. Что-что? Галопен. Расскажи. Вы фильм «Каприка» видели? Нет? Сериальчик. Про Сайлона. Да. Ну, Галопен там были такие похожие очень. Одевали, и люди попытали виртуальную реальность. Я думаю, что-то подобное будет. Ну, есть на рынке, кстати, с Сиком идеолог, VR на Android. Кто не пробовал? Ну, чудесная на самом деле штука. И я думаю, они очень быстро сделают порт на глаз. И мы получим возможность. Если там будет полноценный Android, то картинка. Я сомневаюсь, что там будет полноценный Android, но я думаю, Google сделает SDK. То есть, соответственно, они не откажутся от такой модели, когда девелоперы создают, собственно, контент. Вот. Хотя, как бы, это тоже большой такой вопрос. Непонятно. Ну, так я все-таки жду более каких-то интересных реакций. Что туда можно еще запрограммировать интересного? Рекламу. Не, ну, понятно, что ты сюда просыпаешься, купите кофе, купите сигареты. Ну, да, вот очень тоже интересное место про универсальную и таргетовую рекламу локальную. Да, я конечно, на рекордах вместо той рекламы будет персонализировано, да? Да, безумно, по-моему, классная мысль. Игрушки, как Кинект, но как первого лица. Ну, да, тоже аргумент от Reality Games. Я думаю, это будет прикольная штука. Вот на Android они себя показали среднего качества, но я думаю, опять-таки, получив хороший SDK и платформу, можно будет развернуться. Мысли дальше. Будет куча вывода социальных лент. Ну, социалочки — это понятно, что Эдикаторы. Твиттер. Просыпаешься и видишь, как 10 твоих друзей проснулись. Да. Два пока. Да, вот ты полайкали, как тебе там покакали, и ты это все видишь. Сидишь там, хочется курить, а тебе все сотрудники шлют, чувак, пошли покурим. Было бы еще просто, если бы было своё управление. Да, тоже как бы было бы круто, когда ты какое-то ищешь место, и находится там человек рядом, он тебе берет быстренько перекресток показывает. Опять-таки, безумно классная возможность водителям, когда ты видишь, что видит другой водитель, как ну, загруженность дорог, погодные условия и прочее, прочее. То есть, опять-таки, огромный рынок, на который можно, я надеюсь, на который можно будет писать. Вот, опять-таки, не очень понятно с платформой и с технологиями, но я сомневаюсь, что там стоит Android. Какие-нибудь мысли? Тоже вариант. Да, то есть, как бы, система тасков, которая сейчас унифицированная, будут тебе там писать квесты разнообразные, будешь ходить по магазинам закупаться. Главное, чтобы квесты накопников не были. Что дальше? Думаем, господа, это... Я думаю, что как бы основной акцент будет все-таки сделан на GPS, based приложения, на location based, да? Потому что для этого они максимально удобны и максимально интересны.
И, соответственно, да, безусловно, скорее всего, будет присутствовать GPS-based реклама, то есть проходя мимо какого-то магазина, а вот сегодня у нас идут распродажи, и не забудьте купить именно сегодня именно новостную, но, тем не менее, там, базовое приложение по поиску ближайшего туалета, я думаю, также будет востребовано. Ну что, кому-нибудь мысли есть? Громко тут на самом деле нас не так много. Ну, я думаю, пинбол это как так сложно играть с очками по 1500 долларов. Да, опять-таки непонятно прочность данного устройства. Но я думаю, они будут достаточно прочными. Тоже много вопросов. Они не дали. Если вы выдержали так полет сверху, то наверное должны быть прочные. Ну, я думаю, как-то закрепили там, и у него была маска. Ну там же. Еще такие очки для медицины. Кто про медицину? Я думаю, что эти вот глазки будут из медицины хорошо использоваться для всяких там консультации, запросов и всего остального, которые возникают у врачей, а-ля справочки такой, сразу же онлайн. Ну да, на самом деле очень часто медики смотрят записи операций, но я думаю, там вообще на самом деле похожа камера, снимаем в лице хирурга. Кстати, видел очень прикольную демонстрацию, там демонстрировали не Google Glass, но по той же технологии. Называется обучалка для автомеханика. Автомеханик подходит к машине, да, какой-то новый. Окей, откройте капот, да, забейте вот кнопочку вот здесь, откройте капот, его покажут на машине, те кнопочки. Теперь раскрутите вот эти два винтика, да, на машину накладывается вот эти два винтика. Теперь выньте вот эту штуку, да, и, соответственно, таким образом, такая инструкция по разборке, сборке, Инструкция по применению блондина. Тоже очень классный вариант. Ну, то есть как бы через год наступит то время, когда Марти Макфай попал в будущее. И я думаю, мы увидим таких больших примеров. Через 3 года пойдет, еще 15. 15-м. Да. Не ведитесь на ключную картинку, которая рассказывала, что это было вчера. Да. Ладно, в общем, не важно. В общем, это скоро наступит. Вот это важно. Ну что, какие? Я думаю, не в этом поколении. Возможно, не в этом поколении Google Glass, но уже есть технологии трансляции изображения на контактные линзы. То есть через катушку индуцирования. Проблема, конечно, в том, что технология очень сырая, и пока там буквально пару пикселов показывается, но когда это будет отработано на Google Glass, и когда мы сможем транслировать нормальное разрешение картинку на линзы, то нам придется кардинально пересматривать нашу систему образования, потому что уже практически, ну, очень тяжело будет проконтролировать уровень полученных знаний, да, если ты сидишь весь такой невинный, с доступом в интернет. И... Да, это будет правильно. Nike Plus у Apple. Да. Ну, Nike Plus, если я не ошибаюсь, это система для бега. Шагомер. Ну, куча разных шагомеров на Android и прочем. Вот. Ну, кто не видел, есть такая классная игра, появилась для Android и iPhone. Называется Zombie Run, что-то такое. Ты когда бежишь, тебе транслируют, ну, ты ставишь звуковое, и тебе создают ощущение, что ты бежишь от зомби. В общем, бегаешь ты по стадиону, наворачиваешь круги, тебе рассказывают, как далеко, типа, зомби. Тебя они там медленно бежишь, они начинают, типа, кушать, можешь там бежать, подбирать аптечки. Вот, в общем, очень классная штука. Собственно, опять-таки, глаз, наверное, позволит создать что-то похожее.
вокруг нас будут эти зомби. Замена людей на зомби. Технология класса, я думаю, так мне близко. Она, наверное, сделает реформу тоже в плане электронного удаленного обучения, потому что определенные есть определенные виды работ, но как про механику было сказано, но я думаю, есть, которые более-менее плюс-минус опасны для жизни, и их можно будет гораздо более эффективно преподавать, как бы используя подобным образом того группу классов, которые применяют с механикой. Принимать экзамены? Нет, не в плане принимания экзаменов, мне просто тяжело сколько придумать пример помимо реактора. Саперы, да. Там, где есть риск для жизни повышенный, там можно было бы применять эффективно Да, он уходит за тобой. Ты не помнишь, где-то пару лет назад было видео про убийцу ложкой. Просыпаешься, и над тобой такой убийца с ложкой. На. А потом ложка сломалась. Да, потом ложка сломалась. Или мозги у тебя сломались. Опять-таки вопросы стоят о психике и восприятии, ну, то есть как бы реакции человеческого зрения на глаз. Нет, точно. Но через 10 минут у нас будет хэнгаут. Вот, и ребята будут уже рассказывать, что там было. Ну, то есть по-настоящему нужно будет задать вопросы. Друзья, у вас еще есть свобода задать последние вопросы в Google модераторе. Лучшие из них наши коллеги в Штатах оценят и привезут подарки. Да-да-да. Есть такие очки, которые со светодиодниками. Якобы они позволяют получить контролируемый сон. Типа, если бы было два экранчика в Google Glass, можно было бы подобное что-то. Нет, сквозь веки свет пульсирующий. Есть такая тема. Но они как-то создают давление на психику. Как-то синие таблеточки с буквой L тоже создают сон на ЭУ, но это плохо, не надо. Так, у нас остается 10 минут до начала хэнгаутов, сколько я помню. Да? 15 минут. Ну, в общем, скоро хэнгаут. Можно. Я очень рад за американцев, что они за 200 долларов сюда купят. А когда это сколько нужно будет у нас? За 800. Скоро. Планшет. Планшет и телефон тоже нет. Телефон уже продают. 6 тысяч, по-моему. Телефон давно уже продается. Nexus, да. 4 уже. Я просто давно не следил, но когда он выходил, он просто 5-700-6. Честно, они цены пошли вниз. 400. Да, там можно привезти с eBay, это будет дешевле. Есть там еще разные сайты. Либо можно просто привезти из Штатов. Да. Хорошие друзья из Штатов, Объединенных Эмиратов, могут привезти это все нормальным ценам. А на Play, ну то есть именно на Play, если покупать с Play, он полностью чистый. Нет. Не знаю. По-моему, на хабре что-то писали, по-моему, лозы. Но я думаю, рано или поздно Google Двигерс очень активно сотрудничают с нами. Вот. Кстати, вот так расскажу, что Google за последние полгода сделал, украинский Google, сделал очень большие ошибки в нашу сторону. И очень много поменялось в плане того, что они готовы безумно активно сотрудничать. Этот ивент сделан, собственно, тоже украинской командой Google. Ну, он проспонсирован, майки все, еда, прочее. Это все Google Украина. Именно раньше мы как-то там справлялись своими силами немного. А сейчас вот Google очень хорошо и поработал с комьюнити. То есть это очень большой и сложный ивент был до того. Он, можно сказать, сделан 5 городами. И очень глобально, на самом деле, получился. Еще идеи про глаз.
классная идея. Кто не слышал, спортивные трансляции прямо вот с футболистов. Вот, например, бегают ребята. Судья наконец-то увидит гол! Вообще круто на мячик очки одеть. Смещать трансляцию. А, по-моему, были какие-то подобные эксперименты. Ну. Кто анонсировал прикольную камеру, фотоаппарат в мячике, когда человек, мячик, который соседствовал объективы. И приходя куда-то, ты его подкидываешь, и он снимает 360 панораму, все вокруг. Буквально вот полгода назад анонсировали. А честно? Ну, то есть, двигаемся. Друзья, мы хотим это говорить громко, но есть пицца, и за ней можно подходить. Я не пока не начнется хэнд-аут, подождать себе под точку пиццы. Не, оставьте. Напои, но я себе взял.